Итак, привет, дружище. Ну что, поздравляю. Наша эпопея, наверное, подходит к концу. Сегодня, возможно, не будет грустное видео, может быть, будет, не знаю, не суть. У нас пельмень 374 тысячи сил. Это, наверное, один из самых сильных бездонатных аккаунтов, которые у меня были. Но тут уже, по факту, заслуга не моя, это заслуга Светы. Вас попрошу поставить лайк или дизлайк, написать комментарий. Я был бы очень благодарен, если бы вы каким-то образом продвинули бы это видео. Давай еще раз. Блин, ёпта. Потому что, как бы, хочется. Вот мне хочется. Ну, а что делать? Мне хочется, да, как бы... Проявите, пожалуйста, активность. Короче, предпоследнее, наверное, видео на сегодня. Точнее, не на сегодня, а вообще по пельменю. Дальше будем думать. Ладно, что у нас получается? Сбылась мечта. Вот, русский сервер. Российский сервер, неважно. Вы сами понимаете, о чем я говорю. И на бездонатном аккаунте... Наконец-то удалось собрать Динамо. Сегодня заберем Мадамбо и заберем Динамо. Также откроем ништяки и поговорим вообще по поводу этой ситуации. Сразу отмечу тот факт, что сейчас выходит видео. Мы распакуем нового героя, порадуемся, потом сразу же огорчимся. И в следующем видосе, наверное, это может быть будет последний видос по пельменю. Ну, потому что ну, уже сколько можно, на нем все очень легко происходит. И знаешь, что? И дальше будем думать, что делать. Вот. Просто, как бы, бездонатный аккаунт, мы получили Динамо, и я думаю, что это будет хорошим концом данной рубрики. Но единственное, если вы хотите увидеть следующее видео побыстрее, пожалуйста, проявите какую-нибудь активность. Сейчас давай откроем ништяки, и после этого уже откроем непосредственно героя. Вообще, на самом деле, удивительная штука, то, что на бездонатном аккаунте получилось собрать ребятушки нашего Динамо. Вон, это, по сути, радостная вещь. С другой стороны, как бы, елки-палки, в повторку когда мы соберем? Ну, повторку мы соберем, на самом деле, быстрее, да, чем, грубо говоря, основного этого первого героя, потому что я предполагаю, есть шанс, что, как бы, осколков будет падать больше, там, с халявой, вот это вот все, потому что Динамо со временем обесценивается, да, и, как бы, если тут задротить на аккаунте дальше, то когда-то Динамо получит и первую эволюцию, получит и вторую эволюцию, и вот это вот все остальное. Просто сами понимаете, аккаунт бездонатный, и сами знаете, что эпических героев невозможно эволюционировать, если у тебя нету повторки. Повторок. Стой. Невозможно открыть, вы превысили максимальное количество хранимых предметов в одной ячейке. Ничего себе. Слушай, а сколько там тогда этого добра? Что-то это типа тут камней пламени, что ли, попы кушай, я не понимаю. Так, ладно. Мы сейчас расчехляем все, потом посмотрим по ресурсам. Я говорю, я думал в одном видео, да, типа его раскрыть, там прокачать, но вспомнил, что я там захочу с вами побалаболить, я захочу тут что-нибудь потрещать, да, еще надо будет вам открыть, показать, что аккаунт бездонатный, и вот это вот все. Смотри, да, ресурсики тут собираются, копятся ресурсики. Ох ты, посмотри, кто-то раком стоит. Бывает же такое? Бывает, да. Так, ладно, это мы тоже открываем. Шок лабиринта, ерунда. Целая куча мешков с питомцами. Ну, опять же, я не знаю, сейчас это все, ребят, открывать, не открывать. Ну, давай откроем, посмотрим вообще. Давай, да, давай ради интереса откроем, подождем. Я тут пока с вами побалаболю и посмотрим вообще, какого уровня у нас питомцы. Как вы видите, если развивать бездонатный аккаунт на русском сервере, даже, как бы, ну, в принципе, это все нормально, то есть битву гильдии, да, прохожу без проблем. Это мы будем уже обсуждать в следующем видосе, я там вам покажу видос с битвы гильдии, как сейчас это все дело проходится, но, тем не менее, да, там игроков со 800 тысячами силы прохожу достаточно легко, и вся битва гильдии на этом аккаунте занимает у меня буквально несколько минут. С одной стороны, удовольствие проходить, да, в таком темпе, смотреть, как все твои враги просто кладутся на лопатки, а с другой стороны, как же там помучиться, и вот это вот все. Но игра нас, как бы, ну вот такая вот игра. Опять же, да, если там вступить в более активную гильдию, уже 374 тысячи силы, эту силу можно еще сильнее раздуть. Можно вступить уже там что-то около топа, да. Там, соответственно, будут другие противники, и, к примеру, там, да, как сейчас топ-5 игроков проходить не получится.
Но хотелось бы отметить момент, что получится проходить, к примеру, не топ-5 игроков, а топ-10 или топ-15. Я вам скажу, для бездонатного аккаунта это очень неплохой результат. Особенно если учесть тот факт, что даже тот же секач, который используется на битве гильдии, если не ошибаюсь, он вообще без эволюции. Или там, в лучшем случае, там, с первой эволюции. Хотя я сейчас не удивлюсь, если он со второй эволюции, потому что я немножко потерял нить развития данного аккаунта. Вот. И, соответственно, надо вообще посмотреть. Подожди, что у нас по камням пламени? По камням пламени у нас 49 тысяч. Ребята, у меня 49 тысяч на основном аккаунте никогда не было. Смотри, вот у нас... А, нет, смотри-ка, секач все у нас максимально. А вот что он так все крушит красиво, да? То есть повторочки ему нападали. Сейчас мы не будем тратить самоцветы, потому что они пригодятся. Хотя, наверное, не пригодятся. Они пригодятся нам для Мадам Бо, для Динамо. Так, смотри, куда мне зайти? Вот сюда мне зайти, да, видите, наблюдается картину. Доната, ребята, ноль. И на бездонатном аккаунте у нас появляется Динамо. И еще минуточку. Опять же, это сейчас благодаря Светочке, но... если бы, допустим, там Света мне начала с аккаунтом помогать намного раньше, или, к примеру, я бы хотя бы там забирал бы халяву вовремя, да, с аккаунта, вот это вот все, то по факту Динамо бы на этом аккаунте появился бы намного раньше. Сейчас я тут как бы возьму ваше время, потрачу, я посмотрю все-таки, что у нас происходит с питомцами, если найду тут гребаный питомник. Так, вырастить, давайте вырастим. Посмотрим, какого там все это дело уровня, и уже тогда откроем Динамо. И как бы мне, если честно, не верится, да, я там слышал, вон там Антоха рубрику открывал там бездонатную, там на каком-то другом сервере до того момента, пока там он будет играть, пока там не соберется Динамо. Вот, я думаю, что, ну, а смысл тут как бы дальше рубиться, если здесь Динамо появился. Ну, я даже не думаю, что он пипец как там поможет аккаунту. Что-то он там его невероятно бустанет, потому что, опять же, напоминаю вам одну прекрасную, простую вещь. То, что он будет без эволюции. С одной стороны, у тебя радостное событие, а с другой стороны, не очень. Угу. А, так, это мы сейчас все откроем. Сейчас мы их всех прокачаем. А, нет, даже сейчас не прокачаем, понимаешь? То есть мне бы даже эти сейчас бутылки лучше не тратить. Ну, смотри, да? Рудольф 28 уровня. То есть это мне надо будет в рейды ходить. Окей. Тут 20-й. Вот, уже все. И вот как так? Вот как так жить без маны? Непривычненько. Смотри, тут 14-й. Ну, как бы ангелок 12-й. Ладно. 12-й, огневик 12-й, чикабум, угу. Феник. Ну, опять же, я думаю, вам там плевать, на самом деле, на простых питомцев. Вам, наверное, интересно, что происходит с блатными питомцами. Ну, с блатными питомцами тоже все неплохо. Вон там какие-то 10-го, 12-го, 14-го уровня даже есть. Ну, и, конечно, целой кучи питомцев нету, но я не думаю, что тут Света как-то на них сильно упарывалась и прочее. Идем дальше. Мы заходим уже к героям. Мадам Бо. И вот он, ребятушки, красавчик. Вот он, елки-палки. Мечта любого бездонатного аккаунта. Хотя я не знаю, вот если вы играете без доната, напишите, о чем вы мечтаете. И вообще, есть ли люди, вот реально, есть ли люди, которые играют без доната? Вот, потому что, ну, сейчас дофига там за 200, ну, там, за копейки, грубо говоря, ну, хотя тоже так рассуждать, для кого-то копейки, для кого-то не копейки, но в целом за маленькое количество рублей, да, тут целая куча акций, ты можешь, как бы, тут всякого разного напокупать, видишь, тут уже вармиллиона продают, ну, хотя, знаете, да, задорого. Дальше пакет накопления, смотри, опять же, ну, то есть, я не думаю, что вот у нас на аккаунте, смотри, знаешь, даже любой школьник такой, типа, взял, один день на обедах сэкономил за 200 рублей или сколько там купил, грубо говоря, себе тут ништяков. Я думаю, что бездонатных аккаунтов вообще почти не осталось. Вообще, существуют такие люди, которые вот, у которых
у которых вот так же вот здесь все по нулям. И раньше очень актуальны были разговоры, что у нас тут акции хуже, вот это вот все, типа, как бы халявы меньше, чем на других серверах и так далее. Вот знаешь, я сейчас смотрю такой на эту всю ситуацию, да, вот даже, грубо говоря, я сейчас редко играю, редко захожу, да, бывает вообще по пару дней не захожу в игру, и на основном аккаунте я вот могу сказать, что нет, все, это или выровнялось. Но я просто боюсь представить еще большее количество, грубо говоря, халявы. А Кобзда, скажем так, с обновлениями, Кобзда с балансом, я предполагаю, что на всех серверах, вне зависимости от того, типа, какой. Так что тут, ребятушки, тут уже, я думаю, что можно и не ныть по этому поводу. Вот он, наш Динамо, выпал он нам с таким вот талантом. Я даже, вот я сейчас не помню, может, я его, блядь, буду ожив. Может быть, я его соберу как на основном аккаунте. Я не знаю, сейчас как Динамо собирать. Мы же ему, мы его не сможем даже аугментировать. Мы его, по сути, только сможем просвет покачать и так далее. Короче, я думаю, если вы сейчас наберете до хера лайков, какую-то свою невероятную активность проявите, то обязательно завтра выпущу видео. Я его прокачаю насколько смогу. И попробуем, скажем так, протестить. В этих условиях он, типа, может помочь бездонатному аккаунту где-то, не может помочь, он пригодится, не пригодится. Ну, не то чтобы тест, но просто там в какие-то локации с ним побегаю. Вот, а вы пишите в комментариях, что вы думаете, собирали ли вы без доната Динамо. Расскажите мне, что с этим Динамо делать и что вообще делать с пельменем. Ну, точнее, с пельменем-то уже, грубо говоря, наверное, ничего не буду делать, он останется у Света. Буквально запишу одно видео, и, может быть, потом буду выпускать там какие-то видосы с обзором аккаунта, если Света будет дальше тут что-то делать, что-то играть. Не знаю, ребята, спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Всех люблю и всем пока.